почему-то нажимаю, только себя вижу. Нет, тут зеркало. Ага. Все, давай. Опа! Молодец. Опа, и он летит. Так. Ничего, что я твоего мужчину сейчас со всех боков. Мы его тут сыплем, он стоит короткий. Ну-ка, ноги. Там пупсы есть лучше. Пупсы, точно. Начинаешь снимать, то есть... А я вот сейчас нажала, это значит что? Это значит снимается. Может, не так объяснили. Может быть, я остановила уже. А может и... Снимает и снимает, тут как бы это... Сказал держать прямо и нажимать на... Я поняла, ну тут вот как бы... Давай я попробую. Я вот сейчас вижу, что пауза. Да. О, вот они. Смотри, там пауза нарисована, то есть пауза, да? Да. До этого мы снимали, да? А до этого мы просто снимали, да? Да. Видно, потому что зеркальный экранчик, и мы потом не видим. Да, мы видим себя красивых. И отвлекаемся. Мы на свое. Мы нормальные девочки, мы на свое изображение. Мы снимали, да? На свое изображение мы отвлекаемся. Еще раз нажимаем и снимаем. Так. Пай. Лешенька. Вот оно идет, тело к нам. Тело к нам пришло. Вот оно. И вот оно, другое тело. Вау! Удар! Пас! Не, я не умею. Оле! У нас Сева! Чемпион! И продолжается борьба. Смотрите, как красиво побежал наш спортсмен. Как он красиво берет мяч. В синих трусах, в бабочку или в точечку не разобрать очень сложно. Чуть попозже мы возьмем интервью у нашего игрока и узнаем, какой же рисунок, кроме синего цвета, белым выполним на его трусах. Я помню, что это было недавно такое. Но я имею в виду... Майка? Вот поэтому я и не принял. Только что мы с вами наблюдали... Как парный был бросок двух игроков. Кто против кого воюет, до сих пор неизвестно. Мы попробуем выяснить. Мы попробуем возьмем, взять. Сейчас ведущая интервью, сейчас журналистка попробует свою дикцию воспроизвести, восстановить, то есть, и попробует взять интервью у нашего пидорга. Да. Оу! И мы опять... И снова мы спасены. Ягодицы сверкают на солнце, подсказывают мне пидорги. И снова бросок, и снова удар. И снова единственная девушка в команде, которая непонятно против кого воюет, но как бы то ни было, азарт есть азарт. Как счастливы лица спортсменов. Видимо, выигрывает каждый из них. Хотя один игрок устал, у него повис живот, это значит, что он больше... Итак, живот уставшего игрока вздымается вверх, это значит, что он вновь возвращается в наши спортивные ряды. Могу возбуждаться. Какое откровение! Однако, Елена! Нам остается только дождаться того часа, когда мы возьмем интервью у единственной девочки, которая уже жопу испачкала в говне каком-то. А кто же ее из игроков возбуждает? Столб, деревянный столб, как выяснилось. Единственный мужчина, мужской символ. То есть вот он символ, как раз, да.
Вот он символ как раз, вот она мечта Ольги. У Ольги единственной девушки, которая играет в команде, которая играет против самого себя. Шикарная команда. Уиньки. Опознали? О. Обратите внимание, один из игроков. У всех своя манера разминаться. Этого игрока. Своеобразная манера разминки. Сейчас он повертит жопой, после чего забьет главный гол в своей жизни. Да. И именно вот эта своеобразная фишка нашего чемпиона мира. Он вот так, когда всем кажется, что он придуривается. Вот он, главный бросок этого манера. Спортивный. Я же говорю, я воплем... Да кто ты, а кто я? Я воплем шмеля напугала, если он... Я серьезно, Лена. Влетает в квартиру такой, я как заорала. Вот такой шмель. Я не знаю, ви-ви-ви-ви. Я не знаю, что они ви-ви-ви боятся. Он такой залетает, представляешь? Я, он завис в воздухе обратно. И продолжается снова бой. Единственная девушка в команде. Она ведет себя достойно, по крайней мере, она до сих пор не разделась по пояс, что очень огорчает участников этой команды. Они надеялись, кстати, они надеялись на то, что она снимет так же все, ай, себя по пояс, как и они, но она до сих пор держится. Она держится, потому что, к сожалению, эта девушка уже замужем. Поэтому потерпите, терпите. Ейный муж, он категорически, вообще он маньяк. Он в тапочках. Обратите, посмотрите на ее мужа. Потрясающие фигуры парень. Он держит свою жену в черном